Голос Дніпра знов зазвучить на всю країну. Дніпрянка Вікторія Брехар змагається за участь в 11-му сезоні пісенного шоу «Голос країни». Наша землячка програла третій відбірковий нокаут, але врятувати її участь у шоу ще можна. Глядачі відтепер можуть повернути в проєкт тих, хто вибув, тож тепер Вікторія сподівається заспівати знов, адже це її друга спроба взяти участь у всеукраїнському талант-шоу. Про свої терні до зірок вона сьогодні розповість у студії відкритого. Вікторія, вітаю вас. Здравствуйте. Це вже ваша друга спроба взяти, так би мовити, голос. Чи було важче в другий раз вже, так би мовити, війти в одну і ту саму річку? Ну, во-первых, не второй, а четвертий. Четвертий? Да. Я ходила, кроме этого, еще несколько раз на кастинги и не попадала даже в слепые прослушивания после того, как была в 14 году. А в этот раз мне посчастливилось попасть не просто в сезон, а попасть двум тренерам, самым топовым артистам. Я не знаю, что это, наверное, честь для каждого поработать с Тиной Кароль и с Димой Монатиком. В одному з інтерв'ю ви сказали, що розумієте свою екс-тренерку, яка обрала в батлах вашу суперницю Мілу Нічич. От цікаво, що ви мали на увазі? Ну, у Милы есть больше сценического опыта. Я не считаю, что она плохая певица, человек или что-то в другом роде. Просто она уже артист, который умеет работать на сцене, она умеет собираться. Как некоторые пишут, это нечестный бой, неравный точнее, да, но как ни крути, это волнение, и я, может быть, не справилась с этим волнением. Видно, Тина увидела это по-своему, тем более она выбирает. То ви професійна вокалістка, до того ж солістка військового оркестру. Наскільки легше чи важче з таким досвідом йти у такі проєкти? Адже туди приходять ті, так би мовити, люди з народу, не професійні вокалісти. Как вы увидели уже в этом сезоне, приходят не только люди с народа, но и профессиональные вокалисты. В этом ничего нет плохого. И я просто еще раз повторюсь, надо просто идти к своим мечтам, просто надо работать. Я работала, я пахала на проекте, и я готова продолжать это делать дальше, потому что я понимаю, куда я пришла. Вы находитесь среди настолько крутых, творческих людей, это вдохновляет. Один из суддів проекту Олег Винник сказав, що ви одна з небагатьох, хто дійсно співала з першої до останньої ноти. Чому так важлива для вас участь саме в цьому проєкті? Адже їх на телебаченні у нас існує декілька. Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас только шоу «Голос країни» – это единственное шоу, которое может быть стать по-настоящему платформой для будущего, для любого не вокалиста. Это неправильное выражение. Мы приходим уже туда, понимая, что мы артисты. Артисты, пусть даже некоторые без своих песен. И это платформа, которая может по-настоящему помочь любому творческому человеку, артисту, вокалисту, называйте как хотите, для будущего. Потому что в дальнейшем я планирую выпускать свою музыку. У нас есть коллектив. В Днепропетровске мы с мужем создали кавер-бенд Blackberry, который сейчас пока кавер. Но мы очень планируем, и мы уже начали работу над своим авторским материалом. У який спосіб вас можуть підтримати земляки, які є перспективи повернення в проєкт? Самое важное – это можно звонить на номера, если я не ошибаюсь, 7914, да, на номер 04. Я точно не помню номер. Можно звонить, отправлять смс-ки, можно отправлять смс-ки через приложение 1 плюс 1 видео. Только там один голос за 7 голосов. Это единственное, что сейчас все люди, которым я по-настоящему нравлюсь, и те, которые хотят, чтобы я вернулась в проект, именно так они смогут меня поддержать. Вікторія, ну я вам бажаю удачі і сподіваюсь, що ця підтримка і любов, вона вас наштовхне на наступний етап проєкту, і ви таки дійдете до своєї мрії. Благодарю вас.
Сьогодні в гостях, нагадаю, у відкритого була Вікторія Брехар, вокалістка та учасниця проєкту «Голос країни». Говорили про її участь у вокальному шоу, а також про те, як вокалістку можуть повернути в проєкт глядачі.